программа «День с толком» в студии Мария Мацаева. Приветствую всех, кто смотрит нас на телеканале и в Ютубе. Смотрите в этом выпуске. Выучиться на астролога онлайн или пройти марафон желаний. Все больше потребителей сталкиваются с ситуацией: деньги потрачены, а услуга не оказана. Куда обращаться в такой ситуации? Жидкое золото. На Алтае запустили производство масла из рапса и льна. Почему Китай станет его главным потребителем? Нет границ для творчества. Барнаульские актеры с ограниченными возможностями здоровья победили на международном театральном конкурсе. Начнем выпуск с оперативного предупреждения синоптиков. В Алтайском крае сегодня ожидают самую холодную ночь в этом месяце. Температура опустится до минус 30. Холоднее всего будет в северо-западных районах. На остальной территории будет чуть теплее, до минус 25. Синоптики прогнозируют, что мороз будет стоять до середины следующей недели, а уже с 29 ноября начнется потепление. От холода на улице можно спастись в теплом помещении. Вот только за отопление совсем скоро придется платить значительно дороже. Так, с декабря тарифы ЖКХ в Барнауле вырастут почти на 15%. По сравнению с прошлым годом это практически в 3 раза больше, говорят эксперты. По их оценкам, такой рост объясняется многими факторами, в том числе бесхозяйственностью ресурсопоставщиков. Как поясняют в краевом управлении по тарифам, рост стоимости коммунальных услуг обоснован разными объективными причинами. Одна из главных – необходимость обновления инфраструктуры теплоэнергосферы. Однако председатель одного из барнаульских ТСЖ Константин Емешин считает, что у энергетиков не хватает средств на прокладку и ремонт теплотрасс. Долги растут, и именно за счет потребителей хотят закрыть брешь в бюджете организаций. По сути дела, под этой повышение тарифа хотят покрыть некую бесхозяйственность. Поскольку у нас старая советская система осталась, сети, а в результате они, естественно, требуют постоянной замены. Вот, например, 51-й дом на Красноармейске. За зиму 3 раза прорывалась труба и 3 раза приезжали, выкапывали. И в конце концов, прошедшим летом, решили все заменить. Снова опять летом выкопали, проложили новые трубы и так далее. Дальше, то есть вот это все вещи, они хотят, как бы, я думаю, хотят немножко прикрыть вот повышением этих тарифов. Эксперт говорит, что проблема эта комплексная и глубокая. Отчасти она связана и с большими долгами со стороны населения, для части которого платежи по коммуналке опять же неподъемные. У жителей края есть еще больше недели для того, чтобы задать вопрос губернатору нашего региона. Прямая линия с Виктором Томенко должна была состояться сегодня, 23 ноября, но ее перенесли на 2 декабря. А это значит, есть дополнительное время для обращения, которое можно направить ВКонтакте, в аккаунтах правительства края, губернатора и Алтайского ЦУР. Кроме того, в каждом городе и районе работает свой телефон, по которому можно спросить о наболевшем. Наша съемочная группа предоставила такую возможность барнаульцам прямо на улицах города. Когда наша молодежь будет ходить больше в театры, вот, будет больше возможностей, чтобы студенты ходили бесплатно на всевозможные концерты, когда к нам будет приезжать больше театров с Москвы, Санкт-Петербурга. Я бы задал ему вопрос по поводу работы. Очень много у нас в крае безработных. Выезжают в другие регионы на работу. И в результате происходит большой отток населения. Срок пенсионный убавится или нет? А, выхода на пенсию. Да, выхода на пенсию. Чтобы мост быстрее построили. И когда это будет, потому что ездить сложно. Было бы неплохо зарплату поднять. Но насчет того, что проезд поднимает, вот это вот как-то плохо. И так, мне кажется, дорого. Очень много красивых деревень, которые разорены, просто разорены. В советское время там просто были постоянно праздники. Люди работали, радовались. Сейчас этого нет. Как бы это все реанимировать, как бы это все оживить? Вот за это болит сердце.
Завод по выпуску масла из рапса и льна запустили в Заринске. Его открыли на территории бывшего элеватора. На строительство объекта инвестор потратил 280 миллионов рублей. Предполагается, что большую часть продукции будут отправлять в Китай. Поставки уже расписаны до марта. Чем Поднебесную покорило алтайское масло и как выглядит производство, расскажет Анастасия Дороган. Зерно подается на пресса первого отжима. В жмыхе после первых прессов остается еще достаточно много масла, поэтому они поступают на пресса второго отжима. Небольшой завод по производству масла из рапса и льна в Заринске. Технический прогон через несколько дней пока объясняют на пальцах. Внутри данных пластин имеются каналы, сюда подается масло. И при помощи вот этого материала происходит очистка от механических примесей. Первые капли масла появятся через 20 минут. В сутки здесь планируют перерабатывать 150 тонн сырья, чтобы получить 57 тонн готового продукта. Маслозавод появился на территории Заринского элеватора, который был в холдинге «Изумрудная страна» и долгие годы простаивал. В 2020-м зернохранилище выкупил Гилевский элеватор, входящий в Сибирский экспортный союз «СЭОС». У организации действует уже 3 маслозавода, Заринский – 4-й. На Алтае делают ставку на масличные культуры. Ежегодно их производят почти 2 миллиона тонн. Это надо перерабатывать. И высокомаржинально заключается не только произвести масличные культуры, их переработать – это дополнительные рабочие места, налоги и потом грамотно продать. Поставки с этого завода расписаны уже до марта. Почти всю продукцию будут отправлять в Китай. И сырье, и рапсовое масло в Поднебесной очень ценят. Начиная от биотоплива, там, резиновые изделия, то есть фактически масло – это фактически компонент практически всех изделий, которые сейчас мы там носим. Оно экологически чистое, его можно легко очистить, достаточно легко, и использовать в пищевой отрасли, а численность людей растет. Особенно в Китае. Особенно в Китае, да. Особенно если произведено на Алтае. По сравнению с Китаем у нас нет ГМО, а в урожае меньше пестицидов. Сырье отправляя в Китай, то есть у нас план не больше месяца, потому что постоянно идут административные регулирования, какие-то запреты, то масло едет на ура. Скажем так, мало того, государство помогает, у нас Российский экспортный центр субсидирует нам ставку. Это примерно 25% от всех логистических затрат. По словам Стрельчука, проблем с сырьем для завода не будет. Треть необходимого уже выращивают участники экспортного союза. Здесь как бы требуется рынку очень большие объемы. Я думаю, что сельхозтоваропроизводители, они свои посевные площадя в первую очередь будут именно подстраивать на выращивание этих видов культур. Производство безотходное. Высокопротеиновый жмых можно давать в корм скоту. Вот только на Алтае сокращается поголовье, и жмых увозят в Тюмень и Санкт-Петербург. Новое производство – это порядка 40 сотрудников. Для местного бюджета – это налоги. А привлечение внебюджетных инвестиций дает добро инфраструктурным кредитам. Благодаря им в Заринске отремонтировали несколько километров дорог. Анастасия Дороган, Алексей Фризин. День с толком. Купила годовой абонемент и осталась ни с чем. К нам в редакцию обратилась жительница Барнаула, которая столкнулась с неприятной ситуацией. Центр, в котором она должна была заниматься пилатесом, вдруг закрылся. В итоге потрачена крупная сумма, и женщина уже не надеется, что деньги вернут. Куда обращаться в такой ситуации, расскажем в следующем сюжете. Вдохновленная стройными и упругими телами в интернете, Марина решила приобрести абонемент на пилатес. Девушка оплатила сразу год тренировок. Вот только красивая фигура так и осталась в мечтах. Фитнес-центр закрылся. И вместо возврата денег мне предложили посещать эту сеть в самом ближайшем городе, Новосибирске. Также мне предложили возможность заниматься дистанционно, но приобретала услугу я совершенно другую, поэтому дистанционные занятия мне не подходят, да к тому же они не мотивируют заниматься виртуально. Я хотела посещать вживую с персональным тренером, чтобы мне оказывали услугу непосредственно.
Если изначально договор подразумевал такие изменения, например, как в случае нашей героини занятия в другом городе, то здесь все правомерно. Но если предприниматель в одностороннем порядке изменил условия договора, то это уже грубое нарушение. В идеале исполнитель должен пойти на мировую. В таком случае вы можете расторгнуть договор, но если уже успели воспользоваться услугой частично, придется оплатить часть расходов. Далеко не всегда исполнитель услуги идет навстречу. И такие жалобы периодически поступают в Роспотребнадзор. Потребнадзор по Алтайскому краю. Специалисты управления разъяснят полностью алгоритм действий, то есть как нужно составить претензию, как ее направить, как вручить. Если потребитель уже обращался с претензией к исполнителю услуг, то как составить исковое заявление, и окажут помощь в судебной защите. Если дело все же дошло до суда, потребитель может рассчитывать на компенсацию. По закону положено за каждый день просрочки 3% от стоимости договора. Также потребитель вправе рассчитывать на возмещение морального вреда. И при удовлетворении требований потребителя в судебном порядке с исполнителя взыскивается штраф в размере 50% стоимости договора. Сложности могут возникнуть и при покупке услуг в интернете. Например, если человек решил выучиться на астролога онлайн или пройти марафон желаний. Специалисты поясняют, прежде чем перевести деньги коучу, наставнику, консультанту, попросите предоставить информацию. Лучше, если это будет договор оферты, отражающий юридические и фактические адреса, ИНН, ОГРН. Так потребитель сможет обезопасить себя и в случае чего вернуть деньги. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком. От осужденных новорожденным. Сотни носочков, десятки пледов и игрушек связали алтайские заключенные для недоношенных малышей. Все изделия по проекту «Дарю тепло» передали в детские больницы края. Подробнее о добром деле в репортаже Валентины Аскеровой. Где-то на ребеночка весом килограмм, кило 300. Теплые шерстяные носочки, яркие шапочки, жилетки – все это изделия алтайских осужденных, которые вяжут в свободное от работы время. Так, петля за петлей девушки связали 110 шапочек, 80 игрушек, 45 пледиков и почти 200 пар носочков. Ничего сложного, ничего, в принципе, затратного не, я думаю, не составит. Даже смотря телевизор, можно сидеть и вязать. Несколько мастер-классов по вязке провела для осужденных координатор барнаульского клуба вязальщиц 28 петель Наталья Розенгрин. Девушка предоставила осужденным схему вязания крошечных вещей и игрушек. По словам Натальи, покалывание шерсти оказывает массажное действие на кожу. Тем самым не дает малышам уйти в глубокий сон. Потому что это не просто какие-то красивые вещи для малышей, какие-то игрушки, которыми как бы просто поиграть. Это терапевтические вещи, это серьезная помощь в выхаживании малышей. Ну, то есть это то, что делали до нас врачи в свое свободное время, или там просили, допустим, родственников своих повязать какие-то вещи для реанимации. Ну, а сейчас это делаем мы. В ноябре, в день недоношенных детей, сотрудники УФСИН передали связанные вещи Алтайскому центру охраны материнства и детства. Совсем скоро часть теплых изделий отдадут и в перинатальный центр «Дар». Участие в проекте «Дарю тепло», говорят сотрудники УФСИН, пробуждает у осужденных материнские чувства, а также укрепляет взаимоотношения с их собственными детьми. Валентина Аскерова, «День с толком». Первое место на международном конкурсе в Ижевске занял барнаульский инклюзивный театр «За горизонтом». Его постановка «Еду по России» обошла конкурентов из Астраханской области и Краснодарского края в номинации «Малый спектакль». Как известно, творчество объединяет, в том числе и людей с ограниченными возможностями здоровья. Вот эти занятия мне дают больше знаний, что они меня развивают, чтобы повышать свой уровень интеллекта. Какие сложности? Сложностей практически никаких нету. Но только движение, что надо придумывать.
Даниил занимается в инклюзивном театре «За горизонтом» уже 5 лет. Начинал тяжело и волновался перед каждым выходом на сцену. Сейчас стал намного свободнее и раскрепощеннее. В постановке «Еду по России» по мотивам произведения Гоголя «Мертвые души» играет Манилова. Этот спектакль принес актерам театра призовые места в Красноярске и Горном Алтае. Но самое значимое достижение – победа во вторых детских инклюзивных играх, которые собрали больше 2500 участников по всей России. Награды на днях руководители вручили артистам театра. Было сложно, но увлекательно. Очень такой интересный творческий процесс, в который ребятишки включены, они соавторы. Мы всегда идем от детей. У нас есть эксперт, главный герой, который исполняет роль Читчикова, который сам познакомился с произведением, уже ребятишкам доносил это. Потому что ребятам освоить произведение, прочитать Гоголя, это, конечно, сложно. Театр появился 6 лет назад, когда руководство благотворительного фонда «Крылья ангела» предложило поставить спектакль, вспоминает Татьяна. Первые постановки на интуитивном уровне, дальше – проще. Формы и методы работы особые, ведь каждому актеру нужен свой подход. Это круг друзей, единомышленников. Они говорят на общие темы, у них свой собственный язык, который понимают, какие-то шутки, которые понимают только они. Они с нетерпением ждут этих репетиций. Конечно, это развивает память, мышление, креативность. Сегодня в труппе 15 человек разных возрастов, от 11 до 35 лет. У театра есть свои трудности. К примеру, сложно найти площадку для выступления артистов с ОВЗ. Ни одна из них не оборудована специальным подъемом для колясочников. Но испытания дружный коллектив не пугают. Его участники говорят о том, что их ведет искусство, вера и желание развиваться. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком. По Пушкинской карте планируют запустить новые акции театры нашего края. К примеру, можно будет не просто посмотреть постановку, а посетить закулисье театра, пообщаться с его актерами и обсудить пьесу с режиссером. Сегодня о дополнительных возможностях Пушкинской карты или по другому специальному проекту для приобщения молодежи к культуре рассказала профильный министр региона Елена Безрукова. На встрече со студентами технического вуза она отметила, спрос на культурную карту высок, но после ее получения далеко не каждый владелец пользуется ею. В активном обороте она лишь у 30% молодежи края. Бороться с таким бескультурьем творческие учреждения предлагают с помощью интересных программ и акций. В качестве примера приведу молодежный театр. Они сделали конкурс среди пользователей Пушкинской карты. И победитель этого конкурса имеет возможность взять с собой студенческую группу или родственников и персонально для них проведут экскурсию по всему театру. И вот таких завлекалочек, таких интересных моментов, которые недоступны для обычного зрителя, но предлагаются по Пушкинской карте, как, например, экскурсии по театральному закулисью, какие-то новые опции, они есть и они появляются с каждым днем. И ими стоит воспользоваться, подчеркнула министр культуры, для расширения кругозора и полезного досуга. Добавим, что повышать уровень культуры среди молодежи планируют и через чтение. Для этого в стране сейчас разрабатывают новый проект – «Гоголевская карта». По ней студенты и школьники смогут бесплатно приобретать онлайн-книги. Правда, когда заработает этот проект, пока неизвестно. На этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит не только по телевизору, но и в социальных сетях и на YouTube. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, участвуйте в обсуждениях. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи!